have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, и мы с вами остановились в прошлый раз ровно на этом же моменте. Посмотрим, что от нас хотят на этот раз. Я бы на самом деле... Да, вот так вот выстрелил бы и все, но вот так выстрелить и все не получится. Молодец! Просто гениально! Но это единственное место, куда мне надо... Но она взяла и не допрыгнула. Спасибо. Мне подсказывают, что мне сюда. Зачем-то. А, я могу просто забрать. Еще больше изломанных корней и раздробленных камней. Только огромная сила могла это все образовать. Ну, понятно. А, это воспоминания. Все, моя понимать. Кстати, что я не сделал в прошлый раз. Я не прокачался. У меня как раз есть 4 сотни на дополнительную стрелу. Да, я возьму это улучшение, потому что как раз в стрелах у меня дефицит. Это мы увидели в прошлом файте, когда мне пришлось ждать, пока перезарядятся стрелы. У меня такое подозрение, что эта фигня меня может убить, да? А если навесиком... Я попадаю в него. Почему я его не убиваю? Ладно. Я его не убиваю, потому что так было задумано разработчиком. Это выше меня, ниже меня? Ладно. Пока что это не трогает. Пока что. Ясно, понятно. Мало того, что оно наносит урон, так оно еще и сбивает. Спасибо. Так, это я просто раздвинул, да? Я был бы очень благодарен, если бы ты выстрелила бы, блин, в воздухе бы, блин. Так, тут зацеп. А! Я ожидал, что я зацеплюсь. За... Нет, ну вот посмотрите логику игры, просто долбанутую на всю голову. Места, где можно соскользнуть вообще на изичке. Никаких зацепов. Места, где есть зацепы, нет, она запросто цепляется, там, не знаю, пятками за эту штуку, и у нее все хорошо в жизни. Значит... А с... Да? Погодите. Вот тут ты меня не достанешь? Не достанешь, хорошо. А, вот зачем это нужно. Да ну я же прыгнул! Твою за ногу. Ну куда? Куда? Цветок был, что ли? Я уж подумал, меня сейчас кинет прямо на эту фигню. Да, там цветок. Очень неочевидное, кстати, решение.
Музыка по кругу запустилась. Серьезно, Кена, я тебе советую, научись кидать тленыши дальше, тебе это решит миллион проблем. Почему такого апгрейда нету? Просто зашибись. Хорошо, второе воспоминание. Кена, сюда! Сюда, Кена. Ты долбанутая тварь, у тебя был лифт прямо сюда все это время? Я вот через вот это вот по кругу вот это все... Ой, блин, просто... Просто забить. Да, реликвия обнаружена. Дала бы мне хотя бы быка этого каменного с собой в помощь. Ой, еще двоих, троих дали. Прикольно. Ну что ж, еще 10. С помощью реликвии. А, то есть я бы сюда по-любому не попал бы отсюда. Мне пришлось бы идти через всю эту пещеру. Я понял. Опа. Я такой, это опционально? Нифига это не опционально. Нашла реликвию. Но сердце деревни пропало. Теперь мне все понятно. Должно быть, она двигала горы, чтобы переместить сердце деревни. Кто, кроме Адиры, не смог бы такое сделать? Конечно. Я верну реликвию в башню. Спасибо за помощь, Ханна. Я знаю, как тяжело возвращаться к прошлому. Я рада, Кена, что ты пришла к нам. Я верю, что ты сумеешь помочь ей обрести покой. Будь осторожна. Будь осторожна. Очень лицемерно с твоей стороны, как для девушки, которая не хочет мне дать чертова каменного быка для решения твоих же проблем. Ладно. Нам туда. У нас есть почта духов. Хочу ли я пойти по почте духов? У нас тут где-то была быстрая перемещалка. Так. Спасибо, этого не было. Она где-то там. Ты где-то там, за горизонтом. Ладно. Где чертова перемещалка? Так, это лифт, погодите. Вот смотрите, по карте показано, что перемещалка здесь. Неужели где-то наверху? Давайте съездим. Да, именно здесь, наверху. Хорошо. А куда я хочу? Я бы хотел, наверное... Вход в башню. Тропа кузнеца. Давайте сюда. Почта духов. Вот что меня интересует. Что я ж понасобирал всякого кучего. Вроде тут были входы. Я, честно, уже подзабыл. Мне кажется, в этой локе это было, но я, может быть, не прав. Сейчас, ребят, минуточку, я поищу, если что, вернемся уже прямо к месту. Кстати, я пока бегаю, просто нашел здесь Руфуса. Он просто сидит. Огромный магический каменный бычара, который просто сидит. Спасибо тебе, деревяшка. Ты
железка, камешка. Блин, бесит. Я не знаю, где эта сраная почта духов. Блин. Ну его нафиг. Ну, оно где-то типа есть, да. И возможно, может где-то здесь, возле амбара. Кстати, возможно, возле амбара. Погодите, оно здесь, деревенский причал. Ну хорошо, значит потом схожу. Я не туда тпхнулся, это не тот остров. Я просто кружочек сейчас понакидывал, черт с ним. Потом схожу, не знаю. Там вроде было две почты, у меня вроде обе есть, но я тогда не смог с одной зайти. Посмотрим на месте. Давайте возвращать. У меня все три... ну, духи. Да, у меня есть все три. Окей. Мы можем возвращать потихонечку. Молот. И все остальное. Нам только на молоте акцент сделали. Че, какой-то финальный файт сейчас будет. Мы же тогда тоже с этим пацаном боролись. Опа! Нормально так. Почему я не могу летать в об... Ну ладно, там, возможно, несредоточие силы какое-то или что-то. Ладно, ребятушки, я так понимаю, что мы с вами находимся в Far Cry 7. И здесь нужно будет сейчас найти способ забраться на эту вышку. Вот видите, тут зацеп к черту нафиг просто не нужен, но он тут есть. Ну, тут ладно, тут окей, оправдан. То есть логики вот этой я не понимаю абсолютнейшее. Где-то... Оп. Как эти зацепы расположены, где-то они необходимы, но их нету. Где-то они нафиг не нужны, но давайте мы их сделаем тут 10 штук. Тут хилка, если что, есть. Ну, давайте мы это око Саурона убьем уже, и все. Привет! По-моему, нам звездец. Смотрите на этого берсерка, смотрите! Молот. Ну, естественно, молот. Блин. Сцена из Resident Evil, если что. И из фильма, из первого. Ой, не надо. Вот, дайте быка сюда каменного, пожалуйста. У нас тут голем с кувалдой. А, ясно, понятно. Че меня бьет? Че меня бьет? Я могу ее бить только пока эта штука открыта, я понял. Не-не-не. А! Стойте, тут что-то перемудрили. Надо вот так. Тут еще огненная волна расходится. Надо понять, как бить эту штуку. Сейчас это взрывается, открывается. Да я не в тебя кидал вообще. Да зашибись просто. Офигенный файт. Да, по ней пофиг вообще. Бомбы сейчас пока перезарядятся. Ну-ка, я себе...
Почему хилки блокируются время от времени? Я вот этого не понимаю. Мне сейчас нужно. Спасибо. Давайте пробовать еще раз. Опять же, тут что-то несложное. Тут что-то... Ой, давайте без... Ой, блин, давайте без этого. Спасибо. Я могу пропустить? Пропустить! 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 А-а-а. Я в перекате был! Что мне этой штуке делать? Я уже ее и взрываю, и... Оно когда... Я вижу, что оно становится желтым. Что мне с этой информацией делать? Оно становится желтым на очень короткий промежуток времени. Что вы мне предлагаете? Погодите. Вот я кидаю, да. Потом стреляю в эту штуку, да. Что дальше? Фигда оно там не взорвалось второй раз. А, мы проходим через стены, через препятствия. Мне его раскали... А, стойте. Кажется, надо меня начало доходить. Раз. Да, 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 у тебя бесконечно... Понял, 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 иди нафиг. У нас бесконечный радиус, читы на волхак. Все. От скалинка тебя отрубили. Фиг. Да иди ты к черту, я прыгнул! Блин, что это за спам сраный? ЁПРСТ! Нет, ну это бесит, я в воздухе находился, как меня сбивает в воздухе волна, которая идет по земле. Разработчики, идите, знаете, в какую задницу после этого? Там надо сделать три выстрела, оно просто накаляется. Я понял. Да пропустите уже это говно. Да выстрели ты! Как-то бесит! Спасибо. Все. Это просто офигенно. Нет! Оно себя подключает обратно! Ты не офигел? Смотрите, сколько я ему урона нанес, и оно себя подключило обратно! Thank you.
Если я ему по стоку урона каждый раз буду наносить... Да ну идите вы к черту! Угу. Серьезно, по стоку... А, все, я эту штуку полностью разбил. Это фаза была на 3. Опа, оно разбило дубину. Так, у меня сколько хилок-то? Нафиг, нафиг, просто уворачиваемся к черту. Я увернулся. Да ну нет же! Нет! Да... Серьезно, чтобы подлечиться это тленное действие? А нафиг ты сходить не хочешь? Вот почему оно у меня не срабатывало. Не-не-не-не-не, не надо, не надо! Спамер чертов! Блин, оно психует, оно вызывает всякое говно. Да ну я же попадаю! Как-то бесит хп-шечку. Конечно, давайте в увороте попадать человека. Вы видели, как они подруливают в воздухе? Нафиг, нафиг, нафиг. Да нафиг, блин! К черту. Хилок не осталось, да? Да я ж четко в крест... Не заново, блин, давайте не заново. Ну идите вы к черту. Разработчики, убейтесь об стенку просто со всего размаху. Вот так вот головой хыдыщ и все. Это кривое говно, кривого говна, елки-палки. Как так можно? Короче, в это время его бить особо... Не, ну хотя можно. От этого чертового спама проще просто убегать. Есть, отключили. В этих мелких вообще лучше не бить. Осторожно. Осторожно! Да блин, нафиг ты за него залочился! Иди к черту! Ты со своими ударами можешь знаешь куда сходить, говна кусок. Ты
третий раз не получилось. А иди ты к черту просто. Почему я перелочиваюсь в воздухе? Почему нету кнопки физической, как в Dark Souls, залочиться? Почему, блин, это все происходит автоматом? Я хочу выстрелить в эту фигню, он мне берет лочиться на монстра. Не попал. Серый зайчик убежал. Нафиг тебя. Больно! Могло бы быть. Надо, не надо. Вот откуда ты прилетел? Скайнет отрубаем. По чуть-чуть жизни, но надо отобрать, пока это говно еще ничего не делает. Угу, спасибо. Третий раз! Есть! Лечись! Нафиг дубину, да? Берем меч. И с мечом сейчас будет происходить беспредел. Я что-то хорошо попал, да? Просто разрывными мочи его! Опа! Да ну... Он сейчас вызовет говно, погоди. Вот за мне перелочился, видели? Ну нет! Хилку надо ближе к хилке. Я тебе сейчас, блин, попрыгаю. Не попал! Да как ты попадаешь? Нет! Фу. Нахер, нахер. Ну нет же, елки-палки, как я в увороте вообще был в другую сторону? Идите к черту. Фух. Я не знаю, сколько у меня на это попыток ушло. По-моему, последние 40 минут я сижу и пытаюсь запилить этого урода, чтобы он сдох, падла. Вот он и сдох. Скотина. Просто неоправданно сложный босс. Не то, чтобы он сложный, он сложно кривой. Просто не дают вообще шанса никакого. Если ты подпадаешь под какую-то спам-атаку, ты мертв.
ты, любая вещь, просто ты мертв. Неважно, какую ошибку ты сделал. Одна чертова ошибка за бой, ты мертв. Хилки, две хилки на уровень, которые лечат тебе полжизнички. Причем, что он тебя снимает с трех ударов. Серьезно, попал под какую-то ошибку? Пом, спам-атака по тебе, ты мертв. Я не знаю, сколько раз я начинал заново. Это нужно полностью безукоризненно пройти стадию с отцеплением его от этого... От уголька центрального нужно, то есть, чтобы он или вообще ни разу по тебе не попал, или максимум там один раз. И только тогда у тебя появляется хоть какой-то шанс. Потом подлавливать его. Просто бомбы в него кидать нельзя, вы видели. Он их сразу же разворачивает, кидает в тебя. Нужно подлавливать какие-то моменты, когда... В общем, блин, такой геморройище. Черт побери. Это не сложный босс, он чертовски бесячий, чертовски уродливо нудный, кривой. Не знаю, какие еще эпитеты подобрать под это все. Довольно, блин, тварина. Древних людей, осевших тут, влек к себе горный храм. Да ладно, черт с тобой. Но они не вполне осознавали его истинную суть. Мы с Ханой нашли способ собирать рассеянную энергию горы. Я думал, все это переживет многие поколения, но сердца деревни, сердце деревни стало угасать. Это было лишь началом наших невзгод. Что-то пошло не так. Урожай погиб, и землю покрыла отрава. Еще и сраную повестку сюда сунули, блин. Зачем вот это говно? Она покинула наши края, чтобы добить пищу и припасы для спасения. Тем утром я смотрел ей уходящий вслед и осознал, что я бы никогда не покинула, бла-бла-бла. Ее даже нарисовали как мужика, смотрите, как она выглядит, ну, она типа кузнец. Прошли недели, затем месяцы, па-па-пам. Мы пытались сделать все, что могли, чтобы восстановить равновесие, но ничего не помогло. Я знала, что наш дом уже не спасти, но я не могла оставить Ханну. Я хотела помочь ей найти дорогу назад. В смысле, дорогу? Она что, не знает, где она живет, что ли? Какую дорогу назад? Ты о чем? Я начала строить. Тяни! Какой-то драконасик там летает. Прикольно. Если твоя подружка-веселушка была не здесь, то как она мертва? Почему она стала духом? Или ее где-то утопило к черту? Нет, я могу понять, почему та рука, которая подпитана экзоскелетом, выдержала. Почему выдержала вторая рука, которая она держится сверху? Она же должна была оторваться просто к чертям.
Ты типа маяк решила сделать, да? Не хотелось признать, что мои догадки правда. Я ощущал, что если я уйду, что заставит меня забыть ее, наша совместная жизнь ускользет от меня. Блин, хватит вот этой фишки мне сюда пихать. Меня ослепил этот страх, я разрушила все, что мы создали. Я же потерял близкого человека, меня пугает сама мысль о том, что я могу его забыть. Я повстречалась с Ханой, и я знаю, что... Что ваша дружба крепка, давайте так. Даже после всех этих лет, все, что вы построили вместе, остается частью этой земли. Ваша связь никогда не прервется. Хорошо, хоть без этих соплей и слюней, а то могли бы тут сейчас в прямом эфире начать. Ладно. Все, исчезните нафиг, навсегда, просто растворитесь в бесконечности. Почтите ауру. Угу. Медитировать. ХПшку дайте. Хотя толку от этой ХПшки. Черт. Отвратительное место, отвратительная локация. Отвратительно вот этот вот сюжет весь сделан. Ну, зачем вы это пихаете? Для кого вы это пихаете? Что это здесь делает, блин? Идите к черту. Сейчас я еще посмотрю эти храмы. Ой, не храмы, почту. Почта вроде у нас тут была. Деревенский причал. Быстренько глянем, потому что я очень много времени потерял на этом сраном боссе, чтобы ему икалось до конца дней его. Просто, понимаете, он не сложный. Как и большинство вещей здесь, оно не сложное, оно кривое. Из-за этого его невозможно пройти быстро и нормально, и с удовольствием. Давным-давно мастер огромную статую... Так, а... Ну, в смысле, изучить. У меня две почты есть. Все, отпусти меня. Где была вторая почта? Не помню. Где-то... Даром за амбаром. Я прям сильно упорствовать не буду. То, что найду, то найду. То, что не найду, пусть идет к черту. Сколько мне дали? Мне даже экспы толком не дали. 150 экспы мне дали за победу над этим сраным боссом. Бабосом, блин, молокососом. Сейчас я тут гляну еще секундочку. Вроде как была вторая почта духов. Где-то вон там, что ли. Сейчас, секунду, ребят. Все заперто. Вот, да, вот. А, вот, это можно поставить. Давайте глянем. Странно, почта у меня две, а попасть я могу только в одно место. И что вы мне предлагаете? В этой штуке я утону к черту. Мне сюда не... А, вот сюда. Понял. Видите, я стреляю в бомбу, но ничего не происходит, пока она сама не взорвется. Свали от меня. Вот эти вот спам-атаки, то есть если в тебя хоть что-то одно попало, то все, в тебя летит уже все остальное, ты уже ничего с этим не сделаешь. Спасибо, игра. Очень продумано.
Все, все. По сравнению с тем, что мы прошли, это уже не сложно. О, люди на лодках освобождены. А зачем мне сюда таким образом? Серьезно, а зачем мне туда? Ну, я накинул кругаля. Вернулся к этому же месту, к кузнецу. У меня есть вторая почта, но достать ее сюда не могу. Она то ли от другого места, то ли еще что-то. Ну, я экспу как... Ну, я с это... Сотни экспы получил с них. Даже меньше сотни экспы с вот этой почты духов. Там, может, какие-то еще деньги где-то валялись. Тленыш, еще что-нибудь, не знаю. Вон, сундук есть. Можно пошакальничать немножечко. Собрать это. Так, а серьезно? А зачем мне вон туда? Ну, короче, история в том, как это кузнец психонатор взяла и уничтожила все, что у нее было, из-за того, что... Ну, потому что ей что-то показалось не так. Вот, причем то, что она здесь сдохла, и черт с ней. Пусть как бы... Вот, а то, что ее подружка сдохла где-то в море, но причем ее призрак оказался здесь. Как так? Я уж подумал, мне сейчас не дадут сюда забраться, придется телепортироваться. Ну нет, нормально. У меня... где... Деревня, почта духов 3. А, значит, есть где-то еще и третье место, куда я не доставил. Значит, у меня две почты, но три... А, к черту, не пойду уже. Не хочу. Просто не хочу. Просто достал уже. Давайте сюда пойдем дальше по сюжету. Не знаю, сколько его там осталось, но... Как я понимаю, что сейчас начинается уже движение в центральную часть к горе. Посмотрим, насколько я прав. Давай поболтаем, дедок. Почтите Адиру в храме масок. За Диру почтите, блин. У Анны и Адиры была тесная, особая связь. Дружба у них была, вот что у них была. Меня согревает сердце мысль о том, что они снова вместе. Какая там, вот, и, знаете, вот напрямую не говорят, но жестами, всем-всем. Тесная, особая, дружба у них была, не более того, все. Адира знала, что не сможет остановить отраву, но она никогда не теряла надежды, что Ханна вернется домой. Куда, в эту отраву вернется? Дзидзю. Дзадзю. Я видела, что странное в воспоминаниях Адиры. Это было как бы существо. Похоже, что они как-то было связано с бедными деревьями. Ну, дракончик, да, там, на этом. Неужели не было способа от него избавиться? Ты не первая, кто меня об этом спрашивает. Наш вождь Тоси не смог смириться с волей природы. Тоси любил это место, но ему пришлось бессильно смотреть, как оно угасало, и это сломило его. Вождь вашей деревни. Я видела его дух в своем путешествии. Он в самом сердце порчи, что преграждает путь к горному храму. Он не уйдет с миром. Подготовься хорошенько, прежде чем сразиться с этим последним духом. Ищи Тоси в зале вождей деревни вдоль тропы, ведущей к горному храму. Да, теперь наверх все-таки. Маска Тоси. Тоси. Помоги, Тоси! Открой барьер духов с помощью маски.
Это мне сейчас бэктреки... А, бэктреки сейчас будем, понятно. Ну хорошо, ребят, тогда получается, что продолжим в следующей серии. Пока что на этом все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, добра. Всем молодушек. Всем покеда.